Сниму коротенькое, но очень полезное видео. Так, у нас CR-V 2018 год. Никак не хочет потухнуть лампа аэрбэгов, то есть СРС, типа в ошибке у нас постоянно. Когда делаем диагностику, показывает ошибку по рулевому аэрбэгу, хотя он у нас новый. Вот. И боковой ремень, хотя тоже мы его поставили новым. Как звучит ошибка? Second driver inflator, типа open or short, то есть нет связи со вторым инфлятором, то есть взрывателем, типа своего рода рулевого аэрбэга. Когда мы снимаем отсюда крышку, ну, кстати, снимается она очень просто, просто вот там есть такое отверстие, и вот просто отвертку вставляем сюда, и аэрбэг с одной стороны, с другой стороны просто выходит. Тут у нас аэрбэг на один взрыватель. А есть такие аэрбэги, которые имеют два. Ну, вот это взорванный, то есть двойной инфлятор, двойной пиропатрон. Вот, хотя в системе здесь всегда был одинарный, и есть, стоит здесь в данный момент одинарный. В чем проблема? Проблема, друзья, ну, точнее, как это устранить? Я тебе вам расскажу, почему у меня так возникло. Возникло у меня это в связи с тем, что блок СРС, который мы здесь поставили, стоит с машины, у которого двойной пиропатрон в руле. Вот, и в этом основная его проблема. То есть здесь два варианта решения проблемы. Или найти блок СРС, который подойдет под эту машину, или найти место в проводке, где выходит питание на второй пиропатрон, и типа обмануть его, поставить туда 5-ваттную лампочку. Все равно он взорвется, потому что здесь одинарный пиропатрон. Вот и все. Но самый оптимальный вариант — это то, чтобы все-таки найти блок СРС, который действительно подойдет под эту машину. Я такой нашел, и сейчас я вам покажу номера под одинарный пиропатрон и под двойной пиропатрон. Это очень важно, я для себя даже очень часто буду пользоваться этим видосом, потому что память, она несовершенная, она забывает. А если поставить лайк и подписаться на канал, то всегда будет возможность вернуться и посмотреть это видео еще разочек. Итак, где находится наш блок СРС? Он находится у нас вот за этой консолью. Нужно открыть эту крышку заднюю, да? Она типа раскалывается, задняя часть. В середине проводка, пару болтиков. Ого. У нас рация. Вот. И дальше достаете свой СРС блок. Кстати, тоже по диагностике я недавно показывал вам свой новый прибор Chipsoft или MVCI шнур, кабель. И что я вам хочу сказать, он не дает доступа в блок СРС, то есть обнулить ошибки типа я могу, но видеть, какие именно ошибки я обнуляю, я не могу. А с помощью дилерского сканера я вижу все, поэтому хотел избавиться от него, продать его, типа старый, уже никому не нужный, а оказывается, что он еще ого-го, еще многим покажет, на что он способен. В общем, сейчас я принимаю за дело, снимаю блок СРС на этой машине и покажу вам блок СРС под один пиропатрон. Погнали. Так, покажу вам, как снимается блок СРС. В белых носочках. Да, надо, чтобы быть обязательно в белых носках. Вот. Таким образом. Все снимать не надо. Достаточно только сзади отколупать. Вам понадобится ключ на 10. Битка Т30. Где она? Потерялась. Битка Т30. И отверточка, чтобы отколупать заднюю панель обдува. Так, вот это тот блок СРС, который у нас стоял. Вот его номер. Это на двойной пиропатрон подушки водителя. А вот тот, который мы сейчас будем себе ставить. Вот на одинарный пиропатрон подушки водителя. Так,
чистим ошибки СРС на новом блоке. Блок не битый, просит выключить зажигание. Выключаем. Ждем. Включи зажигание. Пишет, что ошибки были почищены. Давайте посмотрим, что получилось после замены блока СРС. Seat belt, остался только ремень. Проблема с ремнем. То есть проблема двойного пиропатрона ушла. Осталась у нас только проблема с ремнем. Видимо, может быть, не подключена какая-то из фишек. Вот. И мы сейчас проверим фишку и еще раз прочистим. Так, друзья, решил дозаписать немного видео, то, чтобы объяснить все, что происходило после последнего кадра. Дело в том, что фишку ремня мы дощелкнули, то есть действительно был плохой контакт. Обнулили, и осталась одна единственная ошибочка. Номер этой ошибочки я сейчас выведу вот здесь вот на экране. В чем это была проблема? Дело в том, что старая программа HDS не могла дать описание этой ошибки. И Google тоже ничего не выдавал. Новая программа iHDS вообще не дает доступ в систему SRS. Я об этом уже чуть ранее говорил, потому что это не есть дилерский сканер. И как бы доступ тебе тоже никто не даст без оригинального сканера. Поэтому как бы он вообще нужен. Времени уже не было, поэтому всю новогоднюю ночь я проехал за рулем. И думал, решу этот вопрос на месте, уже вместе с клиентом, которому должны были показать машину. Вот. Я установил новую программу, самую новую версию старой программы HDS. Номер ее 3017. И с помощью ее я увидел, что эта проблема была с датчиком присутствия пассажира. То есть он весь полностью рабочий, но именно была проблема с ID-оборудованием. Я уже говорил о том, что этот проект называется Бариста, потому что в этой машине было разлито очень большое количество кофе, и, видимо, большая его часть попала именно на пассажирскую сидушку, в которой, собственно, под задницей и стоит этот датчик присутствия пассажира, который закоротило, и который у нас потом приводил в неработоспособность всю систему СРС. Так что машину я оставил у своих знакомых друзей, оставил свою диагностику, установил им программу, показал, как пользоваться, довышлю датчик, и друзья из Южноукраинска ее обнулят. Ну, или я обнулю через TeamViewer. Так что привет вам передаю, очень классно провели время. Вот. Так что вот как бы и все. Проблема с двойным пиропатроном у нас решилась путем замены блока СРС. А проблема с датчиком положения, с датчиком присутствия пассажира, в принципе, тоже решилась, тоже путем замены и обнуления. В общем, спасибо всем за просмотр. Ставьте лайк этому видео, предлагайте какие-то новые идеи в отношении того, чего хотите узнать еще про CRV5 и чего не знаете. Вот, и мы будем обязательно эти темы освещать и снимать новенькие видосы. Всем спасибо, пока!